Здравствуйте, ребят. Как насчет того, чтобы немного расширить свой взгляд и посмотреть на рыбалку вблизи вашего дома под другим углом? Я имею в виду рыбалку на коротком сплаве. Вот уже несколько лет подряд мы с моим товарищем Сашкой практикуем такую схему. Сначала летим на двух машинах до конечной точки сплава. Затем перекидываем вещи в один из авто. Давим на гашетку и перелетаем в точку отправки. Вот и вся схема. Качаем лодки, идем по реке, рыбачим в свое удовольствие, потом снова грузим все вещи в машину и отправляемся домой. Однако, все по порядку. Я накачал свою красивую лодку таймень, привязал один якорь, на всякий случай достал подсачник, сразу же достал термосок, собрал снасть, коробочки с приманками положил на сидушку и полностью готов к сплаву. Так что отчаливаем. Красавчик какой! Ну как заглотил! Эх. Красота! О, есть! О, какой красивый какой попал! Этот покрупнее! Ну как заглатывает! Фух, огонь! Полностью заглатывает! Смотри-ка! А, есть, есть. Есть, ребята, попал. Попал окунёк. Какой красивый, ребята. Смотри, какой красивый, прям. Прям красочные такие окуни тут. Красавчики, ух. Давай, беги, родная. Вот это порог впереди, ё-моё! Как мы его сейчас тут будем проходить? Хорошо, хоть я дно у лодки снял. Сейчас ноги на борта закинем и попробуем тут проплыть. Вот это огневище! Вот поэтому я и снял дно у своей лодки, чтобы у меня дно пружинило. Иначе можно было бы тут вообще пропороть все на свете. Во! Пойдет! Вот это перекат! О! Ничего себе! У-у-у! Вот это мы проплыли! А, камень, камень! Ё-моё! Я чуть не наклал. Так что вот, ребят, рыбалка на сплаве периодически открывает для вас просто невероятные места. Те места, о которых вы, может быть, даже и не знали. Вот я не знал об этом перекате, а сейчас узнал. О, есть акушарик. Акушарик. Отпал. О, ребят, еще один порожек впереди. Надо будет его сейчас как-то пройти.
Вот так. Огонь. Стоит отметить, что рыбалка на сплаве довольно добычлива, потому что вы постоянно находитесь в движении и ловите только активную рыбу. Да, конечно, иногда хочется задержаться на одном месте и хорошенько его обкидать, но для этого достаточно просто скинуть якорь. Какой хороший, какой классный окунище. Ух, ребят, вообще огонь, какой красивый. Ну просто красавчик. Эх, отцепился. О, клюнул. Прямо на выкиде. У самого-самого берега. Да нормальный. Только приземлился, сразу ткнул. Ну как? Видимо, у самого бережка стоит. Будем знать. Есть. Попался. Я говорю, весь он у берега стоит. Хотя куда нормальный. Ну какой. Красивый какой, ребята. Смотрите-ка, чувак. Ух ты, какой красавчик. Вот создала природа. Понимаете, ребят, создала. Вот. Ну вот как. Ну вот. Какая красивая, яркая рыба. Прям. Изумительная просто. Ну какой. Давай, беги, дорогой. Давай. Мощный трофей. Какие бойцы такие настоящие, прям огневище. О, вот он. Блин, и вот главное, спиннинг-то все чувствует, прям в руку. Такой вроде мелкий, а сразу на реке, ребята, наступает золотой час, закат. Ветер где-то только по верхушкам деревьев гуляет. Красота, тишина, птички поют. Я тут на речке, на лодочке, со спиннингом. Блин. И жизнь хороша, и жизнь хорошо. Есть. Как засасывает, а? Засасывает по самые помидоры. Красавцы. Ну, все-таки он тут живет. Красавчик. Красавчик. Ого. Весь под берегом стоит. Весь идет за мальком. Удок хороший. Ого, красавчик. Ну прям. Какие тут красивые все такие окуни. Прям красавчики такие, прям яркие. Бойкие. Класс. Опа.
жадюга. Смотрите, какой жадный. Как так? Просто слопал. До задницы. Вот видите. Ну ладно, сейчас мы его потихонечку отцепим. О, повезло. Повезло тебе, парень. Хорошо отцепился. Давай, беги. Началось просто какое-то тотальное чавканье окуней. Вот там вот чавкают. Там чавкают. Малька прям к берегу прибивают и прям там его. Красавчик, все-таки догнал он ее. Ой, ух ты. Ай, ай. Боевые окуня. Ага. Под самой лодкой. Хватнул. Хищник. Какая красота кругом. Скалы, птички. Тихая река. Окунь тут периодически поклевывает. Сбежал. Ну, а вот он. Огонь. Просто огонь. Тишина просто оглушающая. Слышно, как рыбка поплескивается. Периодически нет-нет, птичка чирикнет. Прям самый натуральный побег. Побег из города. Вот она, жизнь. Ну-ка, гоняет. Что делает? Прям душит малька прям на велоководе. О, хищник, а. Друзья, если вы хотите быть в курсе всех событий до того, как выйдет видео, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой инстаграм. Заходите в инстаграм, вбиваете Владимир Зуев, цифра 1, и сразу же меня найдете. Вот эта вот изодранная до безобразия приманочка у меня сегодня работала лучше всего. Чебурашечка 3,5 грамма, крючок и вот такой вот виброхвостик. Прям вообще огонь. Если вам нравятся подобные рыбалки, то сейчас вот тут всплывет подсказочка на еще одно очень классное видео. Там был сплав с плотом, тоже отлично, просто вообще время провел. Так что если будет интересно, проходите, смотрите. Ну и внизу тоже под этим роликом оставлю ссылку на это видео. Мое путешествие подходит к завершению. Отдохнул я сегодня душой и телом просто на отлично. Половил бойких окуней. Насладился тишиной природы и очень сильно надеюсь, что вы вместе со мной покайфовали.